Привет, друзья! И в этот прекрасный денечек я бы хотел вам рассказать о фигурке, которая даже не нуждается в представлении серии Transformers Siege «Война за Кибертрон» или же «Осада. Война за Кибертрон». В прошлом видео я уже подробно описывал коробку, поэтому не теряя времени, отмечу наиболее интересные детали. Логотип Transformers по-прежнему несет красивый эффект грязи и потертости. Придется смириться с тем, что кассетники продаются отдельно от фигурки. Поэтому на задней части коробки нам предлагают приобрести всяческие дополнения к фигурке. При правильной игре света на его арте мы сможем увидеть эмблему отряда, которому принадлежит Soundwave, а точнее возглавляет его, потому что он майор наземных сил, который занимается шпионажем. Выше его по званию только генерал Мегатрон. Далее показан режим фонарного столба, и такая же картинка есть на нижнем подгибаемом клапане коробки. Чуть ниже мы видим кибертронские символы и надпись «Трансформеры». Мне очень нравится стиль Battle Damage у этой фигурки, потому что везде есть какие-то царапины, потертости, повреждения. Выделяется на фоне фигурки его прекрасно выделенная голова с функцией подсветки его визора. Отдельное внимание заслуживает место хранения кассетников, а на прозрачной пластине в углах видны красивые рисунки. Рюкзак на спине очень аккуратно скомпонован, а турбины так вообще вызывают восторг, потому что они выполнены прям как самое настоящее произведение искусства. Не обделили в качестве его ноги, потому что видно, что по своей цветовой гамме они прекрасно дополняют его образ. У фигурки имеется стандартный набор точек артикуляции для Voyager класса. Голова свободно двигается, поворачивается, а также может создавать своеобразные кивки. Руки можно двигать предплечье, отодвигать их в стороны, двигать их в плечах, прокручивать на 360 градусов. А также на его локтях присутствует двойной шарнир, который позволяет локтям максимально сгибаться. Чтобы развлечься, вы можете подвигать его тазовые доспехи. Это приятная мелочь, которая позволяет увеличить артикуляцию его ног. Или открыть отсек для кассет, не просто нажав на его кнопку на теле, а используя для нажатия палец на его левой руке. Точно так же, как, кстати, это делал Soundwave в мультфильме первого поколения. Артикуляция ног состоит из движения ими вперед, назад, в бок. Можете даже прокрутить его ноги, ровно так же, как и его тело. Стандартное движение коленом на 90 градусов, а также его стопы, которые кажутся неподвижными, но могут совсем немного отодвигаться во внутреннюю часть. В арсенале у Трансформера есть три вида оружия. Причем у каждого оружия есть своя шкала огневой мощи, меткости и дальнобойности. Все это указано в инструкции. Первое оружие – это сотрясающий бластер, который наносит сопернику большой физический урон. Звуковая пушка – это самое любимое и самое каноничное оружие Soundwave. Бластер с громящими зарядами или же некое подобие пистолета. Всего за пару движений все три этих оружия превращаются в мега-бластер. Также вы можете создавать и свои собственные виды оружия, комбинируя эти три пушки. Но это еще не все. У фигурки есть и встроенные пушки, которые находятся на его теле и на его руках. А вот вам бонус за ожидание – горячие фоточки Soundwave с его оружием. Первый шаг для трансформации – это спрятать его кисти.
Затем мы должны будем отодвинуть его рюкзак и спрятать туда голову. Раскрываем задние части бедра и прячем туда, как вы видите уже, его стопы. Далее немножко прокручиваем его ноги и соединяем их. Выдвигаем составные части отсека корабля и с помощью вот этих вот штырьков и отверстий, которые присутствуют вот здесь, мы их закрепляем. Раздвигаем турбины в разные стороны. Отводим руки в стороны и раскрываем их. Из секретного отделения таким легким движением достаем антенну. С помощью петли закрепляем его турбины на месте головы. С помощью другой петли поворачиваем его отсек так, чтобы его турбины были параллельны передней части корабля. Тут придется немного применить грубую силу в этом. Не переживайте, фигурку вы не сломаете. Вот таким вот образом. Закрепляем с помощью штырьков боковой части и вот здесь вот снаружи. Поворачиваем руки, опускаем их и, установив вместе, соединяем. Первую и вторую пару подводных крыльев устанавливаем в правильное положение. Чтобы турбины не были голыми, можете при желании на каждую из них установить оружие. Так выглядит более интересно. Эту пушку тоже можете закрепить на альт-режим. Для этого вам просто понадобится ставить ее вот сюда. Не совсем понятно, во что трансформируется фигурка. На сайте Вики о трансформерах сказано, что это патрульное судно на воздушной подушке. Но учитывая то, как это судно выглядит в реальности, альтмод больше смахивает на патрульное судно с подводными крыльями. В первом же выпуске комикса от IDW A Bold New Era Soundwave парит в космосе прямо как настоящий космический корабль. И на официальном сайте магазина Hasbro тоже указано, что его трансформация – это кибертронский космический корабль. Относительно самой трансформации отмечу, что на носу корабля, как вы видите, есть красивая детализация. Также есть кабина пилота, которая, к сожалению, никак не открывается. Сам корабль очень массивный, высокий, и, честно говоря, даже становится удивительно, каким образом он вообще способен летать. Чтобы трансформировать его в фонарный столб, в принципе, нужно будет провернуть те же самые действия, как и при обычной трансформации в альтформу. Спрячем его руки, голову, турбины с помощью движения петли закрепим в части головы. Поворачиваем его тело на 180 градусов, поворачиваем и поднимаем руки с помощью вот этого штырька и отверстия вот здесь мы закрепляем его руки вот в таком положении. Далее просто поднимаем вот эти части, чтобы они функционировали как антенны. Альтмод является отсылкой к изначальной альтформе Soundwave на Кибертроне, которую он использовал в первом поколении, причем пусть эта альтформа вызывает просто бурю недоумения и негодования, все равно круто, что для фанатов делают такие приятные мелочи. Единственный минус фигурки – это его турбины, которые на протяжении всего видео постоянно отлетали. Как бы это странно сейчас не прозвучало, но размер фигурки оказался как раз таким, каким я ожидал и представлял. Не было эффекта ожидания реальности. На этом наш обзор подошел к концу. С вами был Transdefis Masterpiece. Пока!